Государственный ансамбль песни и танца «Волга» открыл большую концертную программу Дня Ульяновской области на главной сцене парка «Зарядье» в Москве. Нашему региону первому выпала честь презентовать огромный культурный и туристический потенциал на 5-м юбилейном фестивале Русского географического общества. Если первые два дня такие были, скажем так, протокольные, то сегодня первый культ массовый по-настоящему день, и он отдан Ульяновской области. Такого не было никогда за всю историю фестиваля РГО. 10-часовой непрерывный концерт на сцене. Несколько творческих коллективов, в том числе детских. Самые разные жанры будут представлены. Сегодня мы имеем 3 аудитории, где в режиме нон-стоп будут проходить мастер-классы, лекции, презентации. Губернатор Алексей Русских, который тоже прилетел на фестиваль РГО, посетил площадки ульяновских мастеров и пообщался с артистами. Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия Дня Ульяновской области на фестивале РГО. Около 120 наших деятелей культуры, артистов, певцов, музыкантов сегодня выступят на этой площадке. И я уверен, что у каждого посетителя появится огромное желание посетить Ульяновскую область. Нам действительно есть что показать. Это регион, который находится в самом центре России, на берегах великой русской реки Волга с многочисленными заливами. В регионе проживает более 100 национальностей, 142 особо охраняемые природные территории. Накануне 20 августа Алексей Русских встретился с вице-президентом, исполнительным директором Русского географического общества Артемом Манукяном. Они обсудили перспективы сотрудничества. В ходе встречи принято решение о проведении в октябре этого года на территории региона 10-го географического фестиваля «Фрегат Паллада». Также Ульяновская область предложила организовать на своей территории первое всероссийское первенство по интеллектуальной игре «Что, где, когда» и «Брейн-ринг» по географии. От лица Русского географического общества на фестивале выступил заместитель исполнительного директора Сергей Карлыханов. Он поблагодарил губернатора, правительства региона, отделение РГО за отличную организацию Дня Ульяновской области на фестивале. Он также отметил, что в фестивале принимают участие более 50 регионов. 16 из них, как и Ульяновская область, сделали большую экспозицию. Мы все вместе должны показать молодежи и людям, гостям Зарядья, что такое география. И вот вы видите, что все-таки география – это очень такое емкое понятие. Это география – это наука о жизни, как мы живем, где мы живем, как мы можем путешествовать по родной стране. И Ульяновск, и другие регионы делают свой вклад в развитие фактически понятия географии. Вот это очень важно. Поддержать земляков пришли члены Ульяновского землячества в Москве. Ульяновск мы всегда чтим. Ульяновская область – это область трудовой славы, город Ульяновск. Это очень здорово, мы этим гордимся. И сегодня мы пришли сюда для того, чтобы поддержать всех наших ребят ульяновцев, которые выступают на этой сцене. Чем удивила Ульяновская область на фестивале РГО, смотрите в следующих наших сюжетах. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улуправда ТВ.